Салютон, здравствуйте, товарищи. Это Техноком. Мы создаем всемирные советы, строим коммунизм. Это 25-й, заключительный в этом сезоне выпуск живой аналитики на Лин.ру, Красном ТВ от советского телевидения. Соответственно, нужно будет сосредоточиться к тому, по нашему плану Технокому по развитию советского телевидения, чтобы к сентябрю на новый уровень поднять качество всех наших трансляций, ну вообще всех различных передач, где бы они ни выходили. Это связано и с фоном, и, соответственно, с качеством записи и так далее, и так далее. Сегодня резюмирую, так сказать, все предыдущее, о чем я там говорил, ну и вообще, в принципе, что произошло в мире, можно такими заезженными фразами: мир меняется, маски сброшены. Это, соответственно, уже давно и много говорят, но сейчас актуальность этих фраз, она, ну, как бы, высока как никогда. Потому что советский период, когда Советский Союз еще не был временно дезорганизован, были такие противовесы глобальные, как США и их сообщество, и Советский Союз, и социалистическое коммунистическое сообщество. И, соответственно, какие-то такие, какие-то совсем, что называется, дурацкие вещи, даже можно их так назвать, ну, Илюш, тем более какие-то авантюры, они как бы старались их меньше предпринимать, но хотя там всегда были операции ЦРУ, да, и какие-то вот такие вещи. В общем, были, конечно, какие-то конфликты, но пытались что-то соблюдать, потому что всегда была вот эта вот тема, что есть мощные вот эти столпы, которые, если что, друг на друга, там, скажем, давят. И все понимали, что вот определенные вещи лучше не делать. А потом, соответственно, с дезорганизацией Советского Союза вынуждены были соблюдать какие-то маски, ну, то есть соблюдать какие-то приличия, одеть эти маски, носить их. Те же самые, там, скажем, империалисты в США, чтобы, там, сказать, не выглядеть слишком теми, кто они есть на самом деле, в лице перед своими союзниками различными, европейскими и не только. Ну и, соответственно, уровень аналитики, он был высокий, да, и просчитывались различные последствия, что будет, если сделать так, так, так. А, ну, прошло время, и, соответственно, сейчас вот этот вот империализм, он находится в такой своей фазе жесткой, что все везде ухудшается, социалистические страны, оставшиеся, они поднимают, там, сказать, свои обороты, экономический рост и так далее, и так далее. И есть это постепенное давление, которое идет, но, в общем, на старых капиталистов, новыми капиталистами и социалистическими странами. И больше ничего им не остается, кроме как, сказать, сбросить маски и начать рубить, там, скажем, с плеча, там, бомбить и так далее. Что происходит в последнее время и сейчас уже доходит до, там, прямого шантажа с похищением людей и так далее, и так далее. Что делать нам, коммунистам? Создавать советы. Больше мне добавить здесь нечего. То есть, конечно, если говорить о технокоме, то есть мы говорим о том, что создаем советы, народные предприятия, профсоюзы и так далее, и так далее. Но в основе всего есть советы трудящихся. Поэтому я в заключении этой серии передач этого сезона «Живой аналитики» хочу еще раз всех призвать. Найдите все силы создавать советы. Вы можете это сделать через Техноком, регистрируйтесь, автоматически добавляйтесь в ваш региональный совет, напишите там по реквизитам, ну, по контакту мне, я добавлю вас в чат вашего регионального совета. Совета заработают форумы, также через форумы вашего регионального совета можно будет общаться. А есть у нас передачи, посвященные, то есть онлайн-конференции, записанные на советском телевидении, ссылка на него в описании. А каким образом развивать свой совет, региональный совет? Как найти единомышленников, в том числе через Техноком, если уже есть во многих регионах, уже есть много людей, как начать взаимодействовать в различных регионах, в различных региональных советах, это постепенно происходит. В общем, шаг за шагом, давайте все будем делать. Каждую пятницу у нас есть еще конференция в 21 час на советском телевидении, посвященная развитию советов. Можно задавать вопросы и получить ответы по развитию своего совета. В общем, товарищи, регистрируйтесь на Технокоме, ссылка в описании, подписывайтесь на канал Советское телевидение, наш, который такой со звездочкой, ссылка тоже в описании, подписывайтесь на канал Лин.ру Красное ТВ, где также выходят выпуски Советского телевидения и будет продолжать выходить еженедельная дайджест новостей по новостям, скажем, будущего, которые на основе прямых трансляций ежедневных на Советском телевидении выходят. Желаю вам успехов в труде и в отдыхе. До встречи во всех других форматах, ну и в живой аналитике через некоторое время, скажем, ближе к сентябрю, либо позже.
Успехов!